Соответствующие государственные структуры Армении, в частности, Министерство иностранных дел и обороны, уже не в полной мере подчиняются тезисам и указаниям премьер-министра Никола Пашиняна, как сообщает «Репорт». Об этом заявил журналистам председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. По его словам, определенные силы, выступающие против мира в Армении, пытаются внести конфликт на повестку дня и обострить ситуацию. «Я не верю, что у Армении есть потенциал, чтобы повлиять на ситуацию». За последние два месяца правительство Армении предприняло определенные позитивные шаги. Шафиев отметил, что Азербайджан способен ответить на провокации Армении. Последние события на границе показали, что азербайджанская армия готова к действенному ответу. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.